Да, давайте, снесите мне еще все нафиг. Так, это туда же, это туда же. Где у меня остальные возродились? Нигде пока еще не возродились. Понятно все с вами. С вами все ясно, да. Здесь что такое? А, понятно. Здесь постоянно строятся медботы. Круто. Все, погнали. Да какой это так-то? У меня есть патроны, отстаньте от меня. Взял, спалился, молодец. Все, ладно. С миниганами, так с миниганами. Я заколебался с ними шутить. Раз, два, три, четыре, пять. А, без патронов опять остался. Здрасте, приехали. Очень приятно. Станция Жопина. Мне как раз сюда, да? Мне это как раз сюда надо было. Все, погнали. Ну, плюс два аммо. А ты что дашь? Ничего не дашь. Понятно. Как всегда, неинтересен. Так, еще плюс аммо. Да вы откуда пошли, алло? Теперь захватывают эту шнягу. Замечательно. Все, доигрались, черти голубоглазые. Все, все, идите в задницу. Я победил. Все остальное не считается. Уроды. Тупой уровень. Get your own. Я думаю, за это, ну, за ящики дали эту ачивку. 70 косарей. Хиловато как-то за такое место 70 косарей. Ладно, после победы мне нужно сделать победный отлив. Фу, ладно, продолжаем. Продолжаем. Я тут пока попивал кофе. Хотел по привычке сказать, попивал пивко. Но у меня сегодня кофе. Я тут заметил, что вот за два этих сурвайвала дают мало денег, а значит, они легкие, наверное. Хотя, может, и не очень. У нас две миссии осталось сюжетных, но, тем не менее, я сейчас хочу посмотреть, что это за survival. Такие по бомжовской такой цене идут. Может, пройдем успешно вполне, получится.
Это весь мой бонус, который будет капать по 2 бакса в секунду? Ну, зашибись чё. Упс. Что ты еще скажешь? Просто упс. Ладно, будем действовать так. За пришельцев ничего не дают. Круто. Ты попал на ТВ. Никаких тебе баксов не будет за пришельцев, парень. Надо скорее, блин, все прекращать. Иначе будет все очень плохо. Ага, не бейте моего чувака, просто идите за ним. Да, молодцы. Круто придумал, да? Просто отвлек внимание этих паршивцев. Это нечестно вообще. Давай, до свидания. Все еще по 2 бакса. Не, ребят, это не прикольно как-то. По 2 бакса-то качать. Мне это не нравится. Не по-королевски. Как-то по-крестьянски скорее. Ладно. Нахрен я в эту миссию вообще зашел. Я так буду выживать сколько угодно. Я чувствую. Ну пока там базы через всю карту плеваться не начнут. Буду сидеть здесь, свесив ножки, ножки, ручки. Ничего не делать. Да, точка потеряна, да. Ну, ладно, повыживаем по приколу. Может, что-то отдельное получится. Это будет прикольно выглядеть, когда все базы начнут, в общем-то, перейдут под контроль пришельцев и начнут спускать просто толпы, мега-толпы монстров. Будет выглядеть эффектно. Вся карта будет в монстрах, я чувствую. Но если будут такие переться, то я отделаюсь просто огнеметчиками. Но я думаю, что следующие волны уже со следующей волны будут что-то поприкольнее идти. Жалко, что за пришельцев здесь ни черта не дают. По идее, должны были бы. Но нифига. Так, споровые мины, окей. Сейчас еще и мины будут. Мутации, конечно, не в тем. Надо вот эту вот замочить базу. После нее ведь ничего не остается, правильно? Кроме ящика. С исследованиями. С очками исследования. Так. Ну, пройдем еще сюда. Ха-ха, мины. Замечательно, подорвался. Упс, отстаньте. Ты бесполезный хлам-то, а? Маринос просто бесполезный хлам, пока он с автоматом. Но с дробовиком уже получше.
Наверное, здесь даже эффективнее дробовики будут работать, чем всякие миниганы. Все, отстаньте. Отстаньте. Хоть бы с каждой волны, что ли, я не знаю, сумму в секунду увеличивали. Нечестно же, нифига. Чем дольше держусь, тем меньше толку. Просто время просирая получается. Так, ты вообще встань куда-нибудь сюда. Иначе это будет несерьезно. Ты вот куда ты стреляешь? Никто не знает, куда стреляешь, правильно? Потому что ты наркоман. А что ты так медленно стреляешь? Никто не знает, почему ты так медленно стреляешь. Потому что что? Правильно, ты наркоман. А чего они здесь собираются? Так, инфестейшн пошли. С пушками, что ли, теперь, или что? Так, ящик появился рандомный. Давай-ка, парень, ты превратишься в огнеметчика. Будешь просто сейчас карать все это дело. Но он один может разобрать всю толпу, вот вообще всю толпу на карте. Не зацепил. Так, давай-ка втроем попробуем избавить мир от зла. Сейчас пойдем на эту базу и пытаемся ее уничтожить просто-напросто. Чтобы почем зря не стоять. Смысла особого не вижу. Может, и захватим все базы, точнее, уничтожим. Кто его знает. Авось получится. Ну, огнеметчик вообще по барабану. Смотрите, что он творит. Разрывает чертям собачьим. Все это дело. Так, игра, не тормозить, не тормозить, не тормозить. Хорош. Ну, огнеметчика, конечно, сгрызли, но... Он сделал свое дело, бравое. И правое тоже. От него больше ничего не требуется. Ну, мы так выиграем, ну слушайте, это просто несерьезно. Если, конечно, сейчас что-нибудь такое не мутирую, что прям вообще. Прям вообще. Что я там прям офигею. Нейротоксины, понятно. Теперь нас либо будут откидывать, либо нас будут тормозить. Судя по всему, тормозить. Это нечестно, откуда эта база появилась? Так. Нас, по-моему, вообще парализовало. Бери ящик. Бери ящик. Вали. Не знаю куда. Просто вали. Да, проходим, сапер. Нет. Разорвало нахер. Ну, по 2 бакса в секунду, я и говорю, это несерьезно. 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 Все это несерьезно.